Андрей Попов, добро пожаловать в Казань. Каким образом получилось так, что ты, столько лет отыграв на родине, сменил рабочее место? Ну, получилось так, что мне исполнилось 28 лет, я стал неограниченно свободным агентом, и появился как бы большой выбор, где продолжить свою карьеру. Ну, я слышал, что в Казани великолепные условия, с кем не разговаривал, все довольны. Здесь один из лучших клубов, лучшие условия. Получил предложение и согласился на него. То есть у тебя был выбор из предложений, правильно? Ну, были еще несколько предложений, но казанская была самая лучшая. Тренерский вопрос. То есть ты идешь к Белединову с открытой душой работать? Ну, конечно. Куда бы я ни пришел, к любому тренеру нужно работать, выкладываться по полной, и, в принципе, без разницы. Успел посмотреть город, как тебе Казань? Ну, был только на набережной, очень красиво, все здорово, чисто, уютно. Все нравится, город супер. Ну, как ты думаешь, у тебя получится здесь? Ну, я надеюсь, что получится, я же не просто так приехал. Первый мой переезд, конечно, присутствует какое-то волнение, и все ново для меня, но я думаю, все получится. Семья уже здесь? Нет, жена еще пока в Челябинске, ну, в июле уже приедет. Ну, удачи вам. Спасибо. В Татарстане, в Казани. Спасибо. Бакбарс.